седьмой серии второго сезона сериала «Старушки в бегах» Андрей сталкивается с Диной, ее новым ухажером. Он устраивает с ним вначале гонки, а затем драку. В итоге Андрея, Дину и Мишу забирают в полицию, а Малоков с женой Василисой тем временем разрабатывают план, как заставить Петра и Федора признаться, где они спрятали синюю «Волгу». Малоков не знает, как сказать Игнату, что после его гениальной спецоперации Петр и Федор пропали. Пока Игнат ищет «Волгу», Малоков разыскивает его сыновей. Посмотреть очередную серию вы сможете 15 июля.